Я вообще не склонна видеть ни в каких знаках, никаких предзнаменований. И однажды, будучи в Ереване, я первый раз услышала историю Шаваша Карапетяна. Этот человек, он не только огонь в состоянии гасить, он в состоянии горы двигать. Ему до сих пор весь город благодарен за то, что он однажды сделал. В одиночку спас людей из закрытого автобуса в водоеме. Это же героический поступок. И он действительно силен. Возможно, это сила его энергетики. Так что, скорее всего, это просто набор случайностей, который ни о чем не говорит. Ведь вы же никогда не можете сказать напрямую, что какое-то плохое событие, произошедшее в вашей жизни, это следствие того, что однажды, 10 лет назад, вам дорогу перебежала черная кошка. Так было бы говорить неправильно. Поэтому ничего, никаких знаков. Вы понимаете, это то событие, для которого приметы не работают. Эта Олимпиада будет, и все тут.